вечер. Уже не раз я говорил о том, что когда мы выбирали тему для музыкальной заставки, как говорят профессионалы, для опознавательного знака нашей передачи, вот этот фрагмент гениального Гершвина оказался знаковым. Лишь потом я узнал, что есть версии, что его предки были из Одессы. Хотя всегда считают, что они из Беларуси. Но я думаю, что все-таки из Одессы. Любопытно, что вчера был Международный день джаза, который установил ЮНЕСКО. В этот день джаза вчера в Одессе состоялся большой концерт, в котором играли выпускники Одесской консерватории, которых Алексей знает. Но сегодня речь идет о музыке классической и классической Одессе. Что такое классическая Одесса? Классическая Одесса – это город, который увидел молодой Пушкин, прожил здесь 13 месяцев, и среди его летучих строк одесской главы Евгения Онегина есть такая: «Здесь долго ясны небеса». Речь идет, конечно, не о климате, хотя и климат в той Российской империи, которая была на тот момент, в основном это были другие широты. Этот выход к Черному морю, к солнцу, к Европе был знаковым. Итак, Одесса – город многих конфессий, город многих религий, многих сословий, многих мнений, многих талантов. И вот классическая Одесса, она дошла до нашего времени в лице лучших своих представителей и лучших своих идей. А идеи какие? В Одессе раньше, чем в других городах Российской империи, даже раньше, чем в Санкт-Петербурге, родилось гражданское общество. Признаки гражданского общества, они сегодня остались неизменными. А именно, это союз разумных властей, общин, или громады, как говорят сейчас у нас, талантливых людей и просвещенных бизнесменов-меценатов. Сегодня в нашей студии талантливый человек, артист Алексей Ботвинов, просвещенный меценат, настоящий десит Игорь Бондарь. Вадим Бондарь. Повод. Третий международный фестиваль классической музыки «Одесса Классикс». Уже третий, а я помню, наверное, и вы помните, когда начинался первый. Когда начинался первый, Алексей взял такой ритм и старт, я, честно говоря, не то что сомневался, я боялся, удастся ли ему это высокое дыхание. Удалось. И в связи с тем, что мы видим за вами афишу, те славные имена, я думаю, что этот проект, этому проекту суждена долгая жизнь. Прошлогодний фестиваль, его апогеем стал концерт Open-Air у колоннады Воронцовской, колоннады Воронцовского дворца. Давайте посмотрим фрагмент. Перед началом передачи, и вы сказали, что прежде чем мы с вами будем говорить о том, что в вашей жизни значит музыка, наверное, важнее поговорить о том, что в вашей жизни, в моей жизни, Алексей, значит Одесса. Прошу. Ну, прежде всего, добрый день, дорогие зрители. Приятно, что мы можем сегодня обсудить вот эти темы касательно культурной жизни, и не просто культурной жизни, а будущего нашего города. И давайте, может быть, сразу попытаемся определить, что нами движет. Потому что оно родилось не вчера и не позавчера. Это, наверное, каждый одессит, который с молоком матери впитывает в себя запах этих улиц, эти виды со склонов одесских,
Поэтому здесь сложно сказать, что нами движет что-то конкретное, наверное, это вот весь образ этого города. А если более уже прагматично к этому подойти, я считаю, что сегодня вот Одессе был нужен тот самый толчок, который 3 года назад произошел, потому как был своего рода вакуум на тот момент. И мы его, ну, например, я его лично ощущал очень отчетливо. И отсутствие концертов, и отсутствие любых культурных мероприятий серьезного уровня, и, ну, вообще жизнь в каком-то смысле замерла тогда по понятным причинам. И когда мы с Алексеем встретились, это еще было там перед первым самым фестивалем, Алексей искал возможности, мы нашли понимание и контакт, и удалось сделать тот первый фестиваль на достойном уровне, а дальше оно уже пошло само собой. Поэтому это вопрос там не пиара, я так понимаю, вопрос не самоутверждения для Алексея Ботвинова, потому что он на тот момент уже был известным, вы были заслуженным артистом на то время. Да, тогда. Признанным, да, но это уже чуть позже произошло. Но на тот момент Алексей был заслуженным артистом Украины, признанным мастером на международном уровне, собирал залы. То есть я так понимаю, что им движила тоже не жажда наживы, как и мною. Я думаю, нажива вам не грозит. В этом плане музыкальных... В рамках этого проекта, да. Ну, кстати, Всевышний нас любит, потом мы зарабатываем. Но он даст другого, да. Кстати, одну ремарку хотел сказать, поскольку был сейчас фрагмент из этого опен-эйра, который действительно Одессе там запомнился не только и гостям международным, и из других городов. Это была часть программы, которая называется «Музыка любви», при котором видеоинсталляции в данном случае мы делали на колоннаду. А сам проект «Музыка любви» – это действительно вот у нас родился вот вдвоем с Вадимом. Это действительно так. То есть это была вот совместная идея, и как бы идея была и творческая совместная, и вот, ну, как бы меценатом был Вадим, а якобы художественный руководитель. Но это мы делали во многом вместе. Это была общая идея. И вот потом она сначала была представлена в филармонии Одессы, потом в Большом зале Киевском в 2000-м Октябрьском дворце. И вот потом кульминация была вот этот open-air на фестивале. Вадим, вы, наверное, не знаете вот чего. Я, когда сидел в публике у колоннады, рядом со мной сидели две звезды этого фестиваля, Полина Осетинская и великий, я считаю, немецкий певец Гернер. Люди, артисты – это особые существа. Честно говоря, их мало, многих мало интересует, что происходит помимо них. Они не всегда приходят слушать других. У них существует и ревность, и усталость, и нежелание принимать другие эмоции. Тем не менее, дул холодный ветер. Гернер должен был на следующий вечер петь труднейшую программу из Вагнера. И уж кто он сидел весь этот вечер, закутавшись в легкий плащ, и внимательно смотрел и слушал. Впереди сидела Полина Осетинская, девушка тоже много видевшая и много понимающая в музыке и в жизни в силу разных причин. Она снимала все на телефон, на видео. Это говорит о том высоком уровне и профессиональном, и нравственном того, что происходило в этот день в городе. Признаюсь, я написал по этому поводу даже целый фантастический рассказ. И опубликовал в нашем альманахе. Вам большое за это. Спасибо. Мне не за что. Я думаю, что это была работа команды. Ну, я вам хочу вот к вашему рассказу добавить маленький тоже эпизод с этого же вечера. Я тоже сидел среди тех людей, которых сложно чем-то удивить. Да. То, что вы сказали про артистов, это правда, они эгоисты все. Конечно. Я думаю, что Алеша вам много дает. Но он себя предал. Нет, Алексей, он смотрит шире на вещь. Я хочу просто вот сказать, что сидели люди. Эти люди известны многие. Даже сам Кислин недалеко от меня сидел. Да. Да, который известный человек. Да, и он работал, кстати, в Первом Гастроне. Он ко мне подошел потом. Вы его знаете. Вот, а я его помню, когда он работал в Первом Гастроне. Феликс, я говорю о чем. Мы сидели, все замерзли, холодный был. Очень. Да, был холодный вечер. Было, среди нас было 2 человека. Один был я, второй был чуть меня постарше. И у нас было 2 пиджака.
И вот эти два пиджака ходили все эти 4 часа вот так по кругу, потому что были девушки. Вот. Там адский холод. И, ну, нас грело другое, но хочу вам сказать еще. В этот же вечер, там, часть трибуны, это была молодежь. Был мой сын, его друзья, их было человек, наверное, 20 или 25. И девушки молодые, то есть это поколение 20-летних ребят. Они все были до конца, не потому что там боялись, папа, что я их осужу, что они рано ушли. Им действительно интересно. И они ходят на все концерты и Алексея, там, и многих других наших исполнителей. Но в первую очередь им нравится сам проект, сама концепция современной классики. То есть не, знаете, сегодня путается вот это понятие популяризации или популизма, или же, знаете, как, ну, какой-то поддельная вещь. Вот мы популяризируем музыку, в первую очередь, которая бы дошла до молодого слушателя. Потому что это, в первую очередь, их формирует и как культурных людей, и как граждан своего города, своей страны. И вот тот вечер на колоннаде, он вот был как раз отправной точкой. То есть мы смогли из зала филармонического, камерного, вынести это все в город, на город. Открытое пространство, люди стояли. Это было вблизи любимого вам и мной моря. Я хочу вот сказать, тут вот интересная тема, артисты-эгоисты. Я ведь Алексея знаю с его школьных лет, ни больше, ни меньше. Я видел, как менялся этот человек. Ну, то, что он блестящий инструменталист, пианист, артист, слов нет. Долгие годы это был человек, типичный солист, музыкант-солист. Рояль, он зал. И вот на моих глазах, спустя годы, он превратился в человека с социальной и гражданской ответственностью, что крайне редко, вот беру на себя такую ответственность, среди артистов высокого полета, потому что они заняты своим внутренним миром, их даже за это обсуждать не надо, у них своя жизнь. Алексей меньше играет, что для меня непостижимо, чем организовывает игру других сейчас. Для музыканта это странное ощущение, потому что он же не тот пианист, который потерял навыки и стал дирижером. Такие тоже есть. Мы знаем, не хочу называть фамилии, скрипач, который больше машет палочкой, чем играет на скрипке. Он свое отыграл. Алексей действующий, мощный пианист. И то, что он тратит силы, энергию, в конце концов, деньги на то, чтобы организовать прекрасные условия для других музыкантов, для меня сегодня самый большой урок. Представьте себе. Вот это любопытно. И этому даже вот в какой-то мере подсознательно учится ваш сын. Потому что и вы тоже. В конце концов, вы самодостаточный человек. У вас есть своя жизнь, свое дело, насколько я понимаю, успешное, слава Богу, дело. И вам было бы чем заниматься. То, чем вы занимаетесь с Алексеем, приятно. Но оно добавляет забот. Оно добавляет забот. Трудное сейчас время. Даже для людей успешных. Вот то, что вы, Руслан Тарпан, и другие люди, которых мы сегодня вспомним еще, это делают, для меня многого стоит. Почему, вы спросите? Да потому что я из такого рода. Мой прадед был купцом первой гильдии, очень богатым человеком, знаменитым ювелиром. И вот недавно Олег Губер нашел в списках дарителей на памятник Пушкину, который, как вы знаете, обессмертил наш город Пушкин. Там есть фамилия моего деда и довольно прадеда, серьезная сумма. И я об этом не знал никогда, ведь в наших семьях скрывалось о том, кем были наши предки, во многих семьях. Я многое узнаю только сейчас. И вот я думаю, что и для вашего сына и внуков будет важно, чтобы вы это делали. Тебе слово. Ну, конечно. Дело в том, что все мои замечательные идеи, они, ну, просто не были бы возможны без союза с просвещенными меценатами. Так как это все начиналось в эпоху Возрождения, так оно и происходит сейчас, иначе быть невозможно. Тем более в нашей стране, когда государственная поддержка, она просто минимальна. Минимальна. И сейчас, когда сложное время, и когда были времена более сытые, тем не менее, она была сведена к минимуму. Поэтому все, что можно построить действительно мощное и, ну, скажем так, быть уверенным в завтрашнем дне, какой-то проект, вот как в данном случае фестиваль Odessa Classics, это в первую очередь на сообществе людей, вот, и один из первых и самых, ну, вот, для меня, ну, как бы и близких по мировоззрению и по, собственно говоря, сути этого проекта, это вот в данном случае Вадим. Я тут опять же
до передачи, обменивались какими-то мнениями. Это любопытно, что из этой школы, в которой они учились, я не знаю, называть школу, это будет пиар, что ли, да? 38-я школа. А Руслан Тарпан, Вадим Бондарь и Женя Деминок. Каждый из нас уже вошел в историю нашего города, потому что недавно открылась потрясающая выставка произведений Давида Бурлюка в Музее современного искусства. И там наряду с коллекционером, мощным коллекционером из Западной Украины, который владеет этими картинами, Женина роль не меньше. Да, он организовал это все, написал вступительную статью к каталогу, он нашел очень много новых сведений, а он открывает многие доски мемориальные. Вот интересно, вот если бы, вот Вадим говорил, что, ну, как бы так, что, ну, это так, не случай. Что-то было, вот, что в этой школе, вот, может быть, вы этого и не замечали, ну, не каждая школа может так, таким, вот, откликнитесь, 39-я, 40-я, я знаю, что сейчас идет подготовка третьему фестивалю, и она на уровне высокой музыки, но на уровне очень серьезных менеджерских задач и задач финансовых. Алексей, какую-то открой нам щелочку, как это все идет, какие переговоры, какая помощь нужна, что делает кто для тебя, город, какие-то люди, друзья, единомышленники, музыканты. Как все проходит? В принципе, третий фестиваль, он больше, мощнее второго. Собственно говоря, каждый у нас фестиваль, получается, поднимается на следующий уровень, причем достаточно серьезно. Сейчас это 7 дней, и сейчас это программа, которую, ну, вообще бескомпромиссно можно назвать, это топ уровня европейского, мирового, абсолютно каждый день. Ну, вот концерт, которым я просто горжусь. Реально горжусь, и, как минимум, если нам удастся удержать даже вот этот уровень 7 дней на какое-то количество лет, это уже будет знаковое такое явление культурное не только в Украине, но вот в нашем Черноморском регионе. Наш Черноморский регион, вообще мало кто дает себе отчет, то есть никто же об этом специально не думает. И я недавно вспомнил, что есть два города, Стамбул и Одесса, на огромном вот этом северном Причерноморье, в Черном море. Это Великий Стамбул и Молодая Одесса. Потому что все остальные города, при всем уважении, они несут такого, нет такого культурного потенциала, нет такого духовного потенциала, как наши города. И я даже вспоминаю твой союз с Очалом, который тоже вот не случайно же возник. Ну, не случайно, потому да, конечно. Потому что вы видите представителя Экумены, той древней цивилизации, которая, ну, при разных религиях, при разных эстетических, может, приобретать. Все-таки это люди разумные. Да? Конечно. Давай вспомним этот проект. Ты недавно его немножко добавил, переначал, да? Нет, вот этот вот проект назывался «Бах. Перезагрузка», а сейчас это будет вторая часть, будет называться «Запад-Восток. Перезагрузка». Там будет звучать музыка не только Баха, но и Бетховена, и Мусоргского, и Рахманинова, и Прокофьева. И всю эту красоту мы уже попробовали с Бурханом Ачалом. Если кто-то не знает, это перкуссионист, ведущий перкуссионист Востока вообще, звезда такая. Мы это делали премьеру в Цюрихе, в главном зале Швейцарии, в Тонхалле в январе, и одесситы услышат эту программу в сентябре. Вот это место одесситов, мы с вами уже говорили. Одесса все-таки действительно уникальный город, у нас сходится все, и вот Пушкинская из Италии, Золотой звучит на улице Веселой. Он перечислил некоторые этносы, некоторые забыл, некоторых не знал, но тем не менее, вот это европейский путь, он же начался в Одессе раньше, чем всюду. Мы действительно люди, которые, в общем, самодостаточны, и у нас свой взгляд на все. Вот это крайне важно, утвердиться в этом. И не забыть нашу самобытность. Да, и не поддаваться каким-то давлениям, с какой бы стороны они ни шли. Мне кажется, это крайне важно, и роль музыки здесь огромна. Давайте вот о чем поговорим. Как вы думаете, культурный потенциал здесь? Ну, слава богу, вот будет Одесса Классикс, да? А давай подумаем о другом, что много потеряли за это время, очень много.
Ну, вот я хотел бы спросить Вадима, что бы ему хотелось видеть в таком идеальном виде в Одессе, там, через 5 лет, допустим? Вот вы человек системный, да? Не может же быть, вот, ну, допустим, и потом 10 месяцев ничего. Что-то должно происходить. Вот если бы у вас было много, у вас, ваших единомышленников, у нас, что надо было бы сделать, чтобы это была непрекращающаяся ситуация, которая выводила нас из одного вот зала, как компьютерной игры, в другой, и там было бы тоже интересно. Вы прекрасно сами понимаете, что культура не может существовать отдельно от общества и от социума. Поскольку у нас в стране и в Одессе в том числе ситуация и с социальным уровнем жизни, и общеполитическая ситуация таковы, что ну, сложно ожидать каких-то чудес. Поэтому людям, которые в состоянии что-то придумать, что-то создать, им нужно, наверное, двойные какие-то усилия предпринимать. То есть это должна быть какая-то местная элита, которая позволит. Я понимаю, о чем вы говорите вот в плане Одессы, которую мы помним. Но давайте смотреть честно на ситуацию сегодня. Должна быть современная с нами элита, которая бы хотела, чтобы Одесса продолжала быть такой, какой она была, когда мы ее любили, когда мы были юными, когда мы начинали расти и так далее. Вы знаете, просто я говорю, мы можем долго вспоминать, я человек практический. И вот не зря ваша программа, тоже я люблю Гершвина, я люблю многих современных людей, которые еще живы, но эти люди уже стали легендами, тот же Дэйв Грузин и многие другие, кто, как вы говорите, музыканты, успешные, самодостаточные, признанные, они пошли выше. Вот Алексей сегодня идет по этому же пути. Он сегодня организует то, что позволяет, может быть, обществу, городу, в первую очередь, людям, обычным людям, которым не хватает вот этого, этой энергии, этого глотка какой-то хорошей музыки, просто эмоции, потому что, в конце концов, это все эмоции, это энергия, которая потом ежедневно подпитывает. И вот Алексей это делает, я его уважаю за это. Он не боится выйти за рамки камерной музыки. Конечно. И мы это тоже обсуждали. Я привел ему ряд примеров, и Алексей прекрасно это все понимает. Хотя я думаю, что наверняка есть люди, которые говорят, что вот Ботвинов занимается, значит, такими поп-концертами. Но это не поп-концерты. Это действительно это культурная жизнь города в самом широком смысле. Это вот та самая полезная популяризация и классики, и современной классики. Потому что смесь, по сути, вот наш самый свежий проект «Четыре стихи». Да, если мы возьмем набор, конечно. Я не ухожу далеко от вашего вопроса, я сейчас к нему вернусь быстро, но я объясняю, что за этим всем стоит. Там такой получается набор авторов, композиторов. Люди сказали, как, чем вы это все вместе объединяете? То есть от Моцарта и до Морриконе и Дэйв Морриконе, Дэйв Грузин. Но там же еще интереснее, извините, другое. Это мировоззренческий проект, это философский Абсолютно. Проект, это проект о сотворении мира Абсолютно. И о том, каким этот мир предстает со дня его. Мы же не будем говорить, что он возник эволюционным путем. Он, его кто-то создал. Я не знаю кто, но его кто-то создал. И вот этот мир сегодня поражается через невероятные картины бытия, через невероятные космические и недроземные. И это все, и этому есть адекватная музыка. Вот что важно. И музыка разная. Но музыка разная. Я очень говорю, что аудитория, которая эту музыку воспринимает, тоже возрастные категории, все, начиная там от 20-летних, заканчивая уже людьми в возрасте, но это не меняет ничего, потому что и те, и другие из зала выходят наполненные вот этой энергетикой. Опять же, это не моя энергетика, не Алексея, мы лишь, скажем, сумели это все вот, ну, собрать, сконструировать и подать. А оно уже оркестр, скрипки, безусловно, рояль, за которым Алексей Ботвинов находится, это все важно, но вот механизм работает. Он злится, Вадим, когда я ему говорю, Леша, на самом деле, говорю, мне это ничего не нужно, мне было, я это все знаю, но важно мне, когда ты садишься к роялю, и вот для меня, но он злится, потому что он-то он просветитель, оказался просветителем, я как бы эгоист, а он...
Ему важно, чтобы эту музыку услышали те, кто ее никогда не слышал. И никогда бы не услышал, если бы Алексей не облег ее в современные средства медийности и коммуникации, не придумал эти все приемы, которые, может быть... Теперь я понимаю, я многое понимаю. Да, я, например, мне важно, чтобы он играл. Вот так я говорю. А важно, чтобы кроме меня услышали и другие люди. И это он делает. Но элемент шоу должен присутствовать, да, потому что хотите вы или не хотите, конечно, мало прийти в зал филармонии, это тоже приятно всегда, но это немножко другое. Я вам скажу, концерт, симфонический концерт с хорошим дирижером, с прекрасным пианистом, музыканты – это лучшее шоу, которое можно себе представить, согласитесь. Безусловно. Когда ты играешь Рахманинова с хорошим оркестром и с хорошим дирижером. Дело в том, что вот его проект, уже третий точно, второй тоже был. Это же еще любопытная система знаний, которая дается через концерты, не обязательно в парадных залах филармонии или оперного театра теперь будет. Это музей литературный, это площадка терминала, где есть люди, которые несут не менее важные ценности, но камерно, не так пафосно, для избранных. И в Одессе в эти дни вовлекается целую систему, вот что-то вроде Академии Платона. То есть там вот эти фигуры, кто сидит там, кто там. Я посмотрел эту программу и думаю, боже, так там же есть совпадение интереснейшее. В один вечер происходят вещи, где хотелось бы быть там и там и там. А если учесть, что этим занимается Алексей и 2-3 его помощника, среди которых я назову Елену, это непостижимо для меня. Так вот, мы возвращаемся теперь к вашему вопросу об Одессе и о том, что в городе происходят вот такие мероприятия. Этот фестиваль, он... даст Бог, будет разрастаться, он будет приобретать новые, возможно, какие-то направления, поскольку начинали с классики, но сейчас у нас и джаз. И почему нет? Потому что классический джаз – это та же конечно, самая классическая конечно. Школа, и где этот переход, никто конечно. Не понимает. Ну, да, да. Поэтому это и выставки, вы правильно сказали, это и приезд каких-нибудь новый поток информации, новый поток каких-то контактов. Это градообразующее, может быть, явление. Оно не обязательно должно быть единственным. Конечно. Я за то, чтобы, допустим, тот же кинофестиваль конечно. Стал чем-то подобным. Пока, я не могу сказать, что я доволен уровнем этим, но он есть, слава Богу, пусть он, даст Бог, развивается. А тут еще один нюанс есть. Я принимал участие, так вышло, давал старт в какой-то мере первому литературному международному фестивалю, который с подачи немцев и швейцарцев уже в третий раз пойдет в этом году в Одессе. Это крупнейшее событие европейского масштаба. Приезжают писатели со всего мира. В этот раз протянулась ниточка. Виктор Ерофеев будет участвовать в фестивале Алексея, будучи ярким представителем литературы. У нас, я должен сказать, у нас будет действительно, мы начинаем кооперацию между Одесса Классикс и литературным международным фестивалем. А вот в этом году будет как бы совместный проект Виктор Ерофеев, литературный вечер филармонии в рамках Одесса Классикс. И в программе фестиваля, литературного фестиваля будет наш совместный проект с Михаилом Шишкиным, выдающимся русским писателем. Да, в Одессе он будет впервые показан. То есть начинаем кооперацию. Это письма, да? Это письма Шостаковича и Прокофьева. Сильнейший проект, который мы показывали в Европе. И вот в Одессе будет он в рамках литературного фестиваля. Я должен обязательно сказать, это будет справедливо, что наш лимонар Дерибасовский Ришельевский представлял одесскую литературу в двух фестивалях. И другие, конечно, литераторы. И намерены мы участвовать и в третьем. И в принципе... Я хочу вспомнить, что параллельно вот сейчас выставка проходит произведения Леонида Бурляка, который был связан с Одессой. Что-то происходит, но этому не надо дать, нельзя дать пропасть, нельзя поддаваться. Да, конечно. Да, обязательно. И знаете, помните, давай возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть по одиночке. Вот вы опять о высоком, да. А я все время возвращаю нас в реальность. Вы да. понимаете, что в этой жизни без экономических факторов, без финансовых каких-то нюансов ничего существовать не может. Поэтому вот любой фестиваль в мире, если вы возьмете значимый любой фестиваль, люди, любители музыки, любители просто искусства,
каких-то конкретных исполнителей. Они загодя планируют свой приезд в то место, где фестиваль проводится. Конечно. Они за полгода покупают билеты, конечно, бронируют отели. Причем, поверьте, это не эконом-классы, это люди, которые могут себе позволить, и эти мероприятия стоят тоже достаточно, конечно, много. Так вот я говорю, что Одесса заслуживает, чтобы, конечно, она стала. Пускай это произойдет не через 2 года, пусть это произойдет через 10 лет, и это вполне реально, если мы сумеем наполнить благодаря местным властям, благодаря городским властям, нашим областным, меценатам, которые уже сегодня осуществляют эту поддержку. Я просто говорю, что окраска всей жизни Одессы... Она будет меняться, конечно. Иной уровень, но ведь мы должны помнить, что уровень города – это не Бентли или там какие-то, конечно, внедорожники дорогие. Да. Уровень города – это то, какие люди, какие музыканты, конечно, регулярно этот город посещают, какие, например, конечно, известные там художники, писатели готовы делать свои вернисажи там или творческие вечера. Причем многие приезжают, извините, в раскрученные места просто так. Их приглашают, и они готовы ехать, потому что это модно, это тренд, и они готовы даже без каких-то космических гонораров приезжать за отель, за хороший ужин и общение с приятными людьми. И за хорошую погоду. Абсолютно верно. Да. Я хочу вам сказать, что именно в эти дни, сегодня в Одессе начался очень важный для Одессы форум, посвященный развитию туризма в нашей стране, в Украине. Наш земляк, наш добрый друг с вами, с Алексеем, вы, наверное, может, знаете, Иван Лептуга, возглавляет департамент туризма Министерства экономического развития Украины, наш посол в Киеве. Он собрал здесь крупнейшие совещания ательеров, этих туристических операторов и прочих. Идет комплексный разговор, важный разговор. Вот сейчас, в эти дни, в эти часы, в Одессе. Одесса вошла, я боюсь перепутать, и мэр подписал это соглашение, в какие-то особые отношения с ЮНЕСКО, позволяющие стать как бы агентом ЮНЕСКО от Украины, единственный город, который будет получать самое главное в мире, всю информацию, из которой надо выбирать самое важное и самое возможное. Так что все это корреспондируется к теме нашего разговора. Алексей, а теперь, я думаю, нам надо с тобой рассказать тем, кто нас слушает и смотрит, да и нам, о том, что же одесситы увидят и услышат на 3-м международном фестивале «Одесса Classics». Я попрошу нашего оператора включить первый сюжет. А нет, да, первый сюжет после Open Air, да, правильно. Это был один из хедлайнеров фестиваля, великий музыкант, ну, гениальный музыкант, я абсолютно не боюсь этого слова, Вадим Репин, который будет закрывать фестиваль в оперном театре, в сопровождении, кстати говоря, в сопровождении выдающегося оркестра из Бельгии, это бельгийский камерный оркестр с его дирижером, тоже скрипачом, замечательным Майклом Гутманом. Он был у нас, в прошлом году они принимали участие и в открытии фестиваля, и в Open Air. В данном случае они будут закрывать вместе с Вадимом Репиным. И
А Вадим Рябин – это легенда, конечно, скрипки. Человек, который, ну, был таким вундеркиндом уже в 11 лет, он выиграл конкурс Винявского. Это как бы второй по значению конкурс среди взрослых. Он был 11 лет, но выиграл конкурс взрослых. Потом в 16 лет он выиграл конкурс «Королева Елизавета» в Брюсселе, самый значимый конкурс для скрипачей. Вот. И с тех пор, вот уже лет 30, он находится на Олимпе. Вот в этом произведении, там, легком произведении, как бы, ну, замечательном Чарльзе Шимонте, можно было услышать, кроме его непревзойденных артистизма, и совершенно фантастическую, конечно, технику игры на скрипке. А вот Минухин, Ягуди Минухин, великий скрипач, он даже сказал, что это самый лучший скрипач, который я когда-либо в жизни вообще слышал, самый совершенный. А вот то, что касается его владения скрипки, ну, это просто что-то невозможное, конечно. Я знаю, что его график, его концерты расписан на многие годы. Да, конечно, и то, что удалось его действительно вот привлечь в Одессу на закрытие нашего третьего фестиваля, это большая удача и нашей команды, и это, конечно, я думаю, большая удача и для одесской публики, и для украинской, кстати, тоже, потому что он не был в Украине больше 20 лет, поскольку действительно, ну, как бы весь на расхват, вот, ну, удалось это, и это просто очень здорово. Это говорит уже об уровне. Конечно. Да, это говорит об уровне фестиваля, да, это говорит, да. Даниэль Хоуп, второй хедлайнер фестиваля, который будет открывать фестиваль. Я буду вместе с ним играть, будет совместное выступление. Сейчас звучала музыка Людовика Эйнауди. Это композитор, который пишет очень много для саундтреков. Он очень популярен среди молодежи, не только любителей классики. Вот этот клип, кстати говоря, он очень долго находился в ротации MTV. То есть, да. И это произведение мы будем играть с Даниэлем Хоупом в версии для скрипки и фортепиано, в частности, вот 7 июня на концерте открытия фестиваля. Должен сказать, что он действительно совершенно другой стиль от Вадима Рябина, но оба учились у одного и того же педагога, и оба абсолютно гениальные. Этот человек один из самых мощных культур-трегеров современности. То есть он как раз вот занимается пропагандой классики среди молодежи на самом высочайшем невероятном уровне. Он играет и такие вещи, и джаз, и восточную музыку, и вместе с выдающимися актерами делает и мультимедиа-проект. То есть это вот, ну, вот один из тех человек, который мне очень близок по духу. И то, что мы будем открывать фестиваль, это тоже какое-то такое знаковое событие. У нас даже был такой интересный момент. Я прилетел, где-то я был в движении и закачал себе на iPhone. Я закачал на iPhone просто альбом целый, Даниэл Хоуп. Приезжаю в Одессу. Говорю, Алексей, говорю, вот кого надо пригласить? Он говорит, я уже над этим работаю. Да. Несколько дней назад здесь опять был гостем Одессы блистательный Линус Рот, скрипач. Звезда предыдущего фестиваля, блистательный совершенно человек и музыкант, и скрипач. Алексей играл с ним «Сонатный вечер». Уже три великих, замечательных скрипача. Вот какой еще пианист приводит столько скрипачей в родной город? Как правило, там... Ну, вы знаете, мне очень... Вы совершенно правы. Мне доставляет огромную радость просто вот, ну, наверное, не меньше, когда я сам играю в замечательный концерт, и публика счастлива, и все здорово. Вот не меньше радость мне доставляет вот сейчас, когда я могу вот таких великих, гениальных людей привести в Одессу, порадовать нашу публику и как-то изменить вот климат артистический, культурный в городе. Огромную радость. Радость мне это доставляет, правда. Это действительно так. Следующий.
Это, кстати говоря, воспитанник Одесской консерватории. Виталий Билый, баритон, один из сейчас ведущих баритонов мира. Он является официальным дублером Хворостовского уже несколько лет. То есть мы знаем, что Дмитрий Хворостовский имеет проблемы со здоровьем, и где-то меньше половины своих ангажементов поет, остальные все поет Виталий. А что это значит? Это значит, это Метрополитен, Ля Скала, Квангарден, Парижская опера и так далее. Действительно, он в расцвете своей силы. И вот он будет выступать в концерте, где будет выступать еще... это оперная гала в оперном театре. Второй день фестиваля, 8 июня. Кроме него будут выступать Ольга Микитенко, сопрано, которая тоже поет, ну, допустим, вот в этом следующем году, она поет Травиату в Метрополитен. То есть дальше уже можно ничего не говорить, да? Лена Белкина, человек редчайшего голоса, который считается одной из лучших в мире исполнителей сложнейших партий Россини. Технически там есть какие-то вещи, которые она единственная в мире может спеть вообще, в принципе. И она никогда еще не была в Одессе. Вот такой звездный состав, вы назвали это украинские звезды бельканта, это действительно звезды. Это действительно люди в расцвете карьеры, которые поют на лучших сценах мира. Вот это будет такой у нас оперная гала в оперном театре. Не забыл. И к этим троим суперзвездам будет один молодой человек, одессит. Мы же всегда в нашем фестивале традиционно пытаемся показать что-то из нашей молодежи. Это Павел Смирнов. Еще заканчивает совершенно он консерваторию одесскую, только начал петь в оперном театре, но у него голос невероятной красоты, драматический. То есть у него потенциал стать мировой звездой очень скоро, я думаю, по случаю подеяния так это случится. То есть он, я думаю, будет не тушеваться на уровне вот этих вот уже признанных звезд. Это вот такой у нас будет очень интересный оперная гала. Давай скажем, что из трех, дай бог, из двух уже состоявшихся, только в третьем ты выводишь на сцену оперного театра. В третьем фестивале у нас два концерта больших, очень интересных. Это вот из закрытия с Вадимом Репиным и вот этот вот оперный гала. Это оперный театр. Я думаю, что это важно, то, что на нашем фестивале уже есть две площадки, кроме филармонии и оперный театр. И будет open-air, конечно, open-air традиционно с программой, которую мы, опять же, в данном случае задумывали вместе с Вадимом. Вот четыре стихии. Она будет звучать у колоннады, плюс еще будут другие вещи, еще будет большая программа по танго Пьеццоллы, исполняет замечательный ансамбль «Артехата» с Мирославой Катарович, руководительницей, и великолепной скрипачкой молодой киевской. Вот это будет такая программа очень яркая, мне кажется, доступная для самых широких действительно слоев нашей публики. И напомню, что «Панер» — это самый демократический. Он бесплатен, кстати говоря. Способ общения со зрителем, да. Он бесплатный. Где он будет, если не... Абсолютно там же, у колоннады. Главное, да. Чтобы была хорошая погода. Прежде чем мы перейдем к последнему фрагменту, я хочу просто порадовать любителей музыки и поклонников Хворостовского. Буквально несколько дней назад он вернулся на сцену. Был концерт, в котором участвовала Анна Нетребко и ее муж Юсуф. Забыл фамилию, и другие звезды, и его поддержали, он был в хорошей форме, дай бог ему здоровья, и нашему Билому, естественно, может быть, уже выходить в свободный план, чтобы у него были свои дублеры, у Билома. Да. Теперь мы расскажем, наверное, о последнем фрагменте, но не последнем по качеству. Включайте, пожалуйста. Thank you.
нашей музыкальной заставки, когда звучала музыка гениального Гершвина, по сути, создавшего американскую классическую национальную музыку. На самом-то деле, в детстве, думаю, Гершвин слушал такую музыку. Это музыка еврейских оркестров, клезмеров. И когда Леонид Утесов говорил, что джаз родился в Одессе, и некоторые встречали это с иронией, думаю, нет, он не родился в Одессе. Но частичка одесского таланта, одесского темперамента есть в современном джазе. Конечно, джаз родился на хлопковых полях там, в Луизиане или в Чикаго. Тем не менее, много выходцев из бывшей Российской империи, из Одессы. Вот такая музыка, импровизационная, как правило, музыка веселая, музыка демократичная. Это тоже часть современного звучания. И к нам приезжают музыканты из Германии. Я думаю, что вот зал детской филармонии, по крайней мере, запомнит люди, которым дороги эти традиции. Вообще, это прекрасные музыканты. Алеша, он, по-моему, номер один, да? Давид Орловский трио. Это, да, самый титулованный. Есть действительно такой парад. По клезмеру в Европе они короли. Да, у них есть такой даже неофициальный титул «Короли клезмера». Причем, вот эта вещь была традиционной, у них есть очень много еще композиций, которые уходят немножко в сторону. Они создали, собственно говоря, свой собственный стиль, который называют «Chamber Jazz Klezmer». То есть смесь камерной музыки, джаза и клезмера. Вот, кстати говоря, руководитель Давид Орловский, он кларнетист, кроме этого еще и классический, один из ведущих кларнетистов мира, который играет с оркестрами как солист. Вот. Ну, могу сказать только, что я очень рад, что именно на этом фестивале они выступят. Во-первых, потому что они будут это будет первый у нас традиционный джазовый вечер вот на третьем фестивале. А во-вторых, потому что они как раз сейчас выпустили свой уже шестой диск на фирме Sony, который называется «Париж-Одесса». То есть половина диска – это связанные с Одессой композиции. И сейчас он вышел только в марте месяце в продажу, и они начинают мировое турне. И Одесса будет одним из первых городов 11 июня. Не потому, что мы находимся в еврейском культурном центре, а просто как человек, который связан долгие годы с джазом, с музыкой, я думаю, это уникальная возможность. Я думаю, премьера этого диска в Одессе – это событие. Это событие. И действительно, на мой взгляд, это, я опять не боюсь это слово, это абсолютно гениальные музыканты. Да. Давайте выходить на коду. Давайте скажем то, каждый, что хотел сказать, но ему постеснялись задать этот вопрос. Как ваша семья реагирует на то, что вы тратите определенные деньги на культурные мероприятия, на помощь музыкантам? Моя семья вся музыкальная. Не трогнул. И наша семья всегда. Жена моя помнит Алексея, когда он в Доме ученых. Да, давно, когда еще студентом. Она приходила с моей тещей, и они смотрели, как выступает. У вас еще и музыкальная теща. У меня теща музыкальная. Так, то есть они рады, когда вы часть. У меня жена играет на инструменте. Жена играет на рояле. У нас все в этом плане гармонично. Я вам хочу сказать, что вопрос не в трате денег. Деньги в данном случае это всего лишь как... Ну я же, понимаете, у нас же как тезис. Я все понимаю. Мяч. Я понимаю ваш вопрос, и я вам отвечаю как одессит. Да, вот это я и хотел. Да, но главное что? Главное, что мы сможем сделать. Я хочу, наконец, чтобы в нашей стране, чтобы в нашем городе появились не политиканы, не политики даже, а государственные люди, государственные деятели, которые бы озадачились, как когда-то в свое время Морозли и же с ним, что этот город заслуживает намного больше. Намного большего и в плане бизнеса, намного большего и в плане культуры. И просто, чтобы на улице было больше счастливых лиц, довольных тем, что происходит. Концерты, фестивали. В городе нужна серьезная концертная площадка. Возможно, она даже нужна не в самом городе, она нужна за городом, где-то в правильном месте, чтобы там можно было проводить, конечно, разного масштаба, конечно, и международные, и местные, и, конечно, какие-то иные события. Возможно, она может быть смешанного типа, как и для спортивных мероприятий, для концертных, но об этом пора задуматься, потому что Одесса – это не Киев, это не Харьков. При всем уважении к этим городам, Одесса – весьма исторически сложившийся такой центр разных культур, повторяю, разных культур, и еврейской культуры, и средиземноморской культуры, вы сказали, Одесса, Стамбул. То есть это все взаимосвязано, поэтому это все надо в хорошем плане эксплуатировать. И Одесса заслуживает вот именно на то, что я сказал, чтобы здесь кипела, бурлила культурная жизнь,
чтобы здесь было достаточно финансов по всем, потому что это центр был всегда различных течений, Порто-Франко, там, да, поэтому вот я очень хочу, чтобы я это увидел, чтобы мои дети это видели, и мы тогда будем считать, что мы вот все, что мы делали вчера и сегодня, делали не зря. Спасибо, Алексей. Я уверен, что если у Одессы есть хорошее будущее, я уверен, что оно есть, то оно связано с несколькими вещами, одна из которых – это, безусловно, мощная культурная составляющая. Та, которую мы немножко потеряли в последние пару десятилетий, это мы все знаем, мы уже об этом говорили. Но у нас есть и потенциал, и человеческий, и культурный. И самое главное, что у нас есть совершенно невероятная история и имидж города, который уже есть. Нам не нужно вкладывать миллионы долларов в том, чтобы любой музыкант мира знал, что Одесса – это бренд. И на основе этой вот, этого мифа, или даже не мифа, это, в принципе, это реальная история, можно быстро построить какие-то вещи. Вот если, допустим, этот фестиваль будет развиваться так, как мы задумывали, то лет через 5-10 он станет таким мощным как бы магнитом, вокруг которого очень многие вещей будет происходить и менять происходящее в городе в лучшую сторону. Потому что сама суть нашего города – это толерантность, мультикультурность, это бизнес и культура. И в данном случае я уверен, что я занимаюсь тем, для того, чтобы я был рад, что я не уехал из Одессы, и чтобы мой ребенок остался в Одессе и был счастлив в этом городе. То есть, в принципе, вот мы вместе работаем на будущее этого города и наших семей. И слово «миф». В 1996 году я был соучредителем, соорганизатором довольно крупной конференции, научной, ну и, конечно, и культурологической в американском штате Айова, Гринеллском университете. Это такой кукурузный штат, казалось бы, но очень богатый университет. Там 6 лауреатов Нобелевской премии одновременно преподают разные ноты. Вот я с моими американскими коллегами, выходцами из Советского Союза, она называлась «Реалии и мифы Одессы». Много было очень интересного. Я только скажу напоследок следующее. Для меня важным было, что там были писатели, музыканты, кто угодно, и ученые, ну, не довольно. А там такой Фред Старр, автор самой знаменитой монографии о советском джазе «Горячий и красный» – это бывший сотрудник Гуверовского института. Я понимаю, крупный американский разведчик, который долго жил в Москве. Он написал книгу о советском джазе, который долгое время был, ну, чуть ли не подпольным искусством. Подарил мне его с надписью на Бузукаризе на русском языке, называя меня гражданином города, в котором родился советский джаз, вспомнил Тесова, ну и добрые слова сказал нам. Но самым важным для меня было то, что участником этой конференции выступил с докладом на чистом, опять же, русском языке Воронцов Дашков, прямой потомок нашего великого Воронцова. И он с такой любовью, с таким знанием говорил наш, он бывал в Одессе много раз, и профессор Патриция Херлихи, крупнейший специалист по истории Одессы, который принадлежит несколько крупных монографий. И это был гимн нашему городу. Вот какое-то время прошло, и мы все это подрастеряли. Нас начинают убеждать, продолжают убеждать, что мы обычный город. Я помню еще и советское время, когда Одесса, мне возражали, Одесса город областного подчинения, ничего особенного, такая же. Потом мы как-то, у нас был ренессанс, потом сейчас мы опять выходим на какое-то странное плато. Нас как какую-то такую невесту домогаются многие, и с той, и с другой стороны, соблазняют, угрожают. Мы должны остаться сами собой. Но мы должны помнить о Воронцове, должны помнить о Пушкине, о Лесе Украинке, о болгарских, о греческих воинах, которые здесь потом сражались с турками, итальянских карбонариях, о евреях, которые потом создавали государство Израиля, о украинских казаках, о русских воинах. Мы должны помнить, что мы часть этого мира. На этом мы заканчиваем нашу передачу «Одесса классическая». И вот она приобрела это название. Может быть, даже какой-то особый смысл. Собеседниками были у нас сегодня Вадим Бондарь и Алексей Ботвин. Всего самого доброго. Спасибо.